Друзья, всем доброе утро. 11 июня 2022 года. Как поют птицы, а? Соловьи, да, наверное? Потрясающе. Поздравляю всех с началом легального сезона ловли на спиннинг. Запрет в московском регионе закончился. Время 5:30 утра. Поздно, ну да ладно. Все-таки выходные, надо поспать. Так. Сегодня я взял с собой 6-часный октопус. Вот. И иду я ловить карася. Пришли мне от Быкова танты 25-е дюймовочки. Новую форму он получил. Ну вот, прислал мне на пробу. Вот в моих любимых цветах. Белый, фиолетовый и болото. Ну и вот для экспериментов, в том числе, может быть, даже форель как-нибудь половлю. Розовый, оранжевый, шартрез. Вернее, желтый, ядовитый, да, это не шартрез. Так что идем ловить карася. Ставил болотного цвета танта. Поехали. Так, вот и первая рыба. Да, и это у нас карась. Такая мелочь пузатая. Есть, 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 ребятушки, есть, есть. Вот, сработала танта. Танта сработала. Зелененькая. Зелененький он был. Так, ну чё, надо лифт доставать. Без лифта не достать рыбу. Вернее, страшно. Вернее, страшно без лифта доставать. Так, спасибо, друг. Две штучки я поймал, и все. Окунь не клюет. У окуня, кстати, вообще ни одного не было. Да. А под плату круги есть тоже не клюет. Да. Ой, она сейчас потонет, наверное. Надо, наверное, вот... Сейчас надо закинуть ее под нее как-то. Это летучая мышь или кто это? Птица? Птица. Ура! Ну конечно, может я ее в руках понесу? Не надо ее трогать. Такой вот хороший человек. Спасибо. Это прямо вы умолвали. А вдруг не хорошо? Мама, можно?
Да, наверное, она упала в воду и силу потеряла, выбилась из сил. Придет в себя. Ё-моё, хороший какой карасик-то. Я уж думал, все клевать не будет сегодня. Нет, клюет. Есть. Ни хрена себе торпеда, блин. Вот так вот. Это время уже 10:42. 10:42, и только карась начал брать нормально. Бойцовски. Ух, а уже надо ехать. Мушка-мотыль, 0,2 грамма. Давай, иди сюда. Спасибо, красавец. Иди сюда. Ага. Мелочевка пузатая.
Есть. Блин. Ой, нет, все-таки спиннинг классный, ребята. Спиннинг классный просто. Очень приятно на него лазить. Да. Все, друзья, прощаюсь со всеми, всем мира. И делайте добрые дела. Вот я сегодня птицу спас. У меня сразу поклевки пошли. Делайте добрые дела, и у вас будет хорошая рыбалка. Спасибо, всего доброго, до свидания.